По-прежнему на замке. Дворец зрелища спорта будет закрыт как минимум до 9 октября. Такое решение сегодня принял суд железнодорожного района Барнаула. По словам директора хоккейного клуба «Алтай» Дмитрия Чекалина, судью не устроили результаты экспертизы, которую предоставил владелец арены краевой профсоюз. Назначены повторные слушания. В итоге команда «Алтай» с большой долей вероятности сыграет первые домашние матчи сезона в стенах Карандин-арены. Правда, объект должен будет пройти аккредитацию. Специально для этого 25 сентября из Москвы приедет представитель Всероссийской Федерации хоккея.